Алло. Ты где? Я зашла на сервер. Да. Давай заходи. Просто там человек мало. Ой, много было. Так, я запускаю трансляцию. Ну давай быстрее. О. Давай быстрее. Ну все, опять мы имба. Кто они там? Никого нет еще на горизонте. Пока нет. Авик. Карнача. Ты давай там не тормози особо. Я стараюсь. Как говорят американцы, кто тормозит, тот проигрывает. Не знаю, не знаю. Так. Ну ты давай, давай. Все, сейчас. Боже мой, ты что там? К нам тут какой-то этот дьяблик маленький. Понятно. Маленький дьяблик. О. Запустилось. Все? Да, везде запустился. Где он? Вот он. Давай с нами, дьяблик. Будешь нашей приманкой. Мы тебя защитим. Что? Кто осмелится? Я думаю, тебе надо было с Гигой подраться. В принципе, шансы-то были хорошие. Терезина ее завалить. Да вот, не знаю. Дьябли только, ну, ну. Нет, Джека, не слила я терку. Я что-то там немножко пропустила начало своего стрима. Ну и решили, короче, попробовать. Ну, здесь много спиночей, думаю. Привет, Аспект, привет. Надо играть. Все, пойдем на большое. Можешь заходить, Аспект, кем-нибудь из травов, если есть.
Кто там? Галик меньше всего растет. Он к нам, дьяблик мелкий, пригостился. Давайте, кто хочет трава прокачать с имба пати. Слоты сохраняем, а там как-то на титонике в дискорде регистрируешь, там вроде активируешь слоты и туда помещаешь с помощью команд. Нет, у них дискорд. Короче, мы собираем стадо, которое будем охранять. У малыша стамина закончилась. Ну ты малыш. Но зато ради малыша мы, как бы, если к нам будет кто-то подбегать, мы можем начать агриться. Конечно. А у тебя здесь аспект кто-то есть из динозавров на этом сервере? О, спиныча. Спиныча, да. А, не за коза. Так заходи из-за того же Галика. А, там что, Шанта сидит, что ли, это Рекс? Да, мой быстро растет. Галик, Пахи, там Майозавр, Майкой можешь зайти. Галик вообще Рексов круто напинывает. Не, Майка от них убегает. Они быстро растут. Дим, сильно далеко не отходи, пожалуйста. А то видишь, у меня тут мелочь пузатая. Не, это реально шанты сидят. Переиграл за них. Ну, Майозавром заходи. Мы сейчас вообще супер имба будем. Блин, тут сколько там? Две шанты. Две шанты. Скучновато будет. Майкой скучновато. Не знаю. Можно от Рексов побегать майкой. Майозавр, да. Я бы не сказал, что он слабенький. Три шанса из оверпакинг. In mixed herd. Мы не джойнимся, да. Ну как, майка что-то весит. Две с чем-то тонны. Ну, удар, да. Такой себе. We expect to die. We go sightseeing on island soon. Vulnerable member, welcome. Stay back. Ну вот, 2 800. Рекс, кстати, Рекс за спин, 2 Рекса. Мы давай на другой бережочек сядем, типа. 110 минут растет, но это же. Подожди, 110.
А, ну 1:50. Надо покушать. 175 урона у нее. Скорость у нее неплохая у Майки. О, два спиночек. А, ну да. Ну, я да, я сам ничего. Нет, если, ну, на этом сервере, если Зуха сидит в воде, его нельзя атаковать. Ни Зуху, ни Спиныча. Что, ты наелась уже? Да. Круто. Вот Спинычи сели, вот и все. Их атаковать нельзя. Очень удобная позиция. Блин, а я не наелся. А можно так близко к хищникам сидеть? А где ты куст увидел? Какой куст? Или прикольно. Искал, ты не наелся. Один, а, да, 90% нормально. Прикольно было бы пати Зухича. Ну, нам надо слить, у нас уже слоты все забиты. А вот есть кустик. Надо посливать динозавров. Тогда можно, да, что-нибудь. Пати Зухичем вообще давно уже не играли. Да. Я бы хотел Зухичем поиграть. Здесь вообще Зухичем играть халява. Сел вот так вот в водичку и сидишь. А, это кустик. Ой, ё-моё. Не кустик это. Ну там еще один есть. О, Рекс. Все. 3% у меня дал этот кустик. Блин, я что-то вообще нюхать здесь не хочу. Ладно, мне хватит. Вон. Пойдем. Давай. Может, рексы хотят с нами повоевать? О, я бы хотела. Вот маленькие есть, вон там побольше прямо. Я бы тоже хотел с Рексом поиграть. Сюда идут, по-моему, нет? А? А? Ну давай сюда. Ты думаешь, они захотят? Слушай, да. Это... Так, силовуха на левую кнопку, да? Да. О, может, мы собьем кого-нибудь. Думает. Ну давай. Давай, go. Fight. Идут. Разбираем по одному. Сейчас посмотрим, что они. Решает. Главное силовуху ему прописать. Обходит? Я не знаю, может просто обходит. Нет. Нет. На спринт сел. Ну давай, где второй? Смотри за вторым, я за этим сижу. Давай,
Давай. Давай. Давай, камон. Ты за задним смотри, Рекс. Когда этот побежит, скажешь? Да. Когда этот именно побежит, а не задний. Ага. Бежит? Ногу сломал. Да? Да. Я ему силовуху прописал. Его надо гонять. Его надо гонять. Стой, у меня тут этот на хвосте. Ты стой, стой. Зачем его этого надо гонять? Потому что силовуха по нему прошла. Но это мне просто так везет. У меня уже блин да, прошел. Они уходят. Чего они уходят? В смысле? В смысле уходят? Сядь, сядь. В смысле уходят? Ну они уходят, все. Ну и пошли их догонять, в чем проблема? А я не помню по правилам, можно нам их догонять или нет? Блин, я сотру этих динозавров травоядных. Че это за ерунда? То есть я ему силовуху прописал, и он испугался? Блин, ну если там по правилам мы не можем их преследовать, если они не захотели с нами сражаться. Ну вообще вроде как бы, типа, если одного участника за этого, ну, мне сейчас надо тебя охранять, как бы, чтобы ты отхилился. Не, я бы спокойно бы потелепал бы за ним, вообще без проблем. Короче, это... Со сломанной ногой бы пошел бы за этим Рексом. Он бы вытек бы по пути. Потом я о, бы... Две гиги идут. Где? Так, они еще там сидят, что ли? Вон, внизу. Ну, Рекс, да, не знал. Но это тоже, это же не дело. У меня давно блик прошел, это же Рекс куснул. Это же, ну, не дело, что это? Хищник решил, что это Рексы идут. Разве Рекс? Это Рекс, да. Ты не видишь по походке? Пойдем на открытую местность. Нет, по-моему, это не Рекс. Мне это кажется, Рекс. Как-то... Да это Рекс, а, видно же. Типа ты это, сломанный? Ой. Чё? Я сломанный, да, еще. Там, по-моему, одну Рекс кирдык. Скоро о, смотри, там дерутся шанты. Но, шанты с Рексом. Ага. Да, шанс. Вот если бы он мне ногу не сломал с первого раза, ему бы кирдык был бы. Угу. Но мне почему-то везет. Мне всегда Рекс ломает ногу. Убили, да? Рекс. Рекса убили? Да.
Ну, Альберта, Альберта. Нам Это что ничего не еще? сделаешь. Все еще сломано. У меня уже даже укус Рексовый прошел. У тебя какой экран? Никакого. Укус Рекса прошел. Так, еще в ОБС-ке. Гамму повышу. Чтобы... Я тоже, подожди, ты бы там посмотрел. Все, я отхилился. Фули? Ну так, фули. Не... Фули. Это нечестные правила такие. Что это такое? Хищник захотел испробовать жертву, но ну, у него не получилось. Если ты меня предупредишь, если кто-то будет спускаться, давай я посмотрю по правилам. Ну хотя давай бы выйдем. Скрин. Ну давай выйдем и все. Вообще выйдем? Ну в смысле вот на побережье. На пляж. На пляжи. Вон те рексы не сбежали от драки. В реале травы не следуют за хищами. Ну почему? Если они наносят урон стаду, то почему бы и нет? Да, там... Стадо защищается, там и эти буйволы всякие на львов нападают, там... Тоже всякие, всякие моменты бывают. Но здесь же не реальная жизнь, здесь игра. И здесь смысл. Ты растишь, растишь трека 6 часов. К тебе подбегает рекс. Ему не нравится, что ты ему накидываешь много бледа, много урона. И он убегает. Ну, он такой, не, я не хочу с тобой драться, делать. Сиди. Драка завершена. А тебе его нельзя преследовать. Зухич, да, Зухич растет 4 часа. Ну, 4 с чем-то. Но ты считаешь, что ты будешь расти на этом сервере? Что ты, допустим, сел в лужу и все. И на тебя никто нападать не... О, Рекс. Где? Спускается? Тебе один слот очистить? В смысле, как? Там дичь, если ты не регился в этом дискорде. Где Рекс, Дима? Да он там на горе был. А, тот? Но. Ну, они там тусят. Чикен Рексис. Не, у нас... Нет, тут на аккаунт же это получается. Вот, спускается сюда. Распространяется. Даже не к аккаунту, а к Steam ID. Так, чё? Где они? То есть, регишь, получается, Steam ID на титонике. И тебе дают 3 слота. И так, их уже... Окей. Да, я смотрю. Чё у меня? Привет, Серёж, спасибо. Тут два смелых рекса на нас напали. Интересно, они ночью ждут? А ночь смысл? Не знаю. Может, они думают, что нас нет. Нас троич. Спускают. Карныч такой зритель.
Что, они опять у нас? На еще Дина их легко получить. Ну, в принципе, смысл от них. В принципе, и троих. О, продолжение битвы. Ура, у нас продолжение битвы. Чё, Рексик? Сзади меня. О, меня сливают. Четвертый экран. О! Иди, зри свое тело. Ух, привет, Нурсултан. Я сейчас думал, я так же сдохну, как с Рекса. Опять привычка. Карна ему этот кидает, что ли? Наверное. Контест? Блин, а вот сейчас, кстати, мне вот только с третьего укуса сломали ногу. Mm-hmm. Прям вообще. У меня вообще, подожди, у меня ни одного укуса не было. Там. Да? У меня четвертый экран, 7.2, блин, да? Сережа пишет, у Димы такой голос довольно был, когда кричал, меня сливают. Да, блин, я думал, меня убьют все-таки. Но там Дина напинала Рекса. О, Дина. Один слот 100 рублей, так как много халявы, там изи поднять. Тебя сколько, блин, да, сколько это? Четвертый экран, да? Четвертый, да. Но вставать мне нельзя. 5.2, блин. Но у Рекса там тоже неплохо. Ну, а в смысле деньги там зарабатывать? Там же ты, тебе их не так дают, тебе просто как внутриигровую валюту дают. Это что, админ, что ли, или что? Кого? Как долго грузится спинч. О. Предложил правило, что в воде водных не убивали. Но вообще запрещено в воде убивать кого-либо. Сколько бледа? Да у меня еще нога не отхилена, ты че? А сколько бледа? 3.2. Да сколько там от Рекса бледа-то будет? Ну, от Рекса на четвертом экране. Сереж, это титоник первый? Как обычно, по классике. Ах, у меня аж адреналинчик подзашкалил немножко. Аж немножко ручки трясутся. Ты скажи, как у тебя блит перестанет, ты пойдем подальше с этим отрывком. Хорошо? Ну да, я понял. Но, ну да. Ну, вообще надо бы куда-нибудь... Вообще отсесть от кого-нибудь. Ну хотя здесь есть вот тело. Но оно. А, ну на Эчевдина что, можно в воде убивать людей? Блин! Чё? Не на ту кнопку нажал. Господи, ты меня так пугаешь. Сиди давай.
Боже мой, ну нахрена так делать-то? Слава. Дело, знаешь, у тебя иногда бывают моменты фейлов таких, факапов, Да. короче. Сереж так посмеялся. Таких факапов, типа покричать в последний момент, когда капля одна остается до смерти там. Или встать, когда у тебя там еще чуть-чуть капелек. Не, ну слава богу, у Вот Рекса это мало бы вреда фейл для был людей. вообще. Не, мы А, все. покричали, Сереж, покричали, чтобы, ну, больше, чтобы Рекса предупредить, что тело Все. упало. А он, кстати, меня укусил после того, как тело упало. Ну, он, может, не успел заметить. Садись к воде. В воде садись, химся. Я это что тебя охраняю. Сидел за спиной, 2 гиги напали. Ну, 15 часов получил. На таймере успел уйти. Ну да, гигу долго. Ой, спину че долго кусать. Я вот не поняла прикола. Вроде как бы тело Рекса, да? Ну, он же своего пакмейта забирает. Но это... Карныч, короче, без палева пришел в лайк. Не, карна контест ему кинул. А он ничего ему не ответил, Рекс. Он Но. сейчас отхилится и Карныча отгонит. А я не знаю вообще, как это. Он должен отвечать, не должен отвечать. Ну, как бы, да. Интересно, я уже забыл, насколько трайк быстро излечивается. Сейчас посмотрю. Там же как кидал что-то. Хил. А, блит хил. Почему мне надо так коряво двигаться? Блит хил. А сколько хилит? Пойдем лучше, да, отрегенился. У тебя нога прошла? Ну, нет, да. Пойдем лучше в елку где-нибудь отрегенишься, а? А то здесь как бы ты на ладони, нам, к нам сейчас два спиноча могут пристать. Это вообще не варик. Сейчас я попью водички. Из травы. Да, вы смотрите, как круто из травы пить водичку. А, не адолт там был. Ну вот, шанты получили бой, мы получили бой. Да. Два рекса на сервере меньше стало. На двух рексов. Вот Сережа пишет, если не ответил, можно на него напасть, типа. Да. А можно я ему кину? Я его силовую добью. Но они, конечно, пытались вдвоем на тебя, они меня пытались избегать. Потому что по мне вообще ни одного укуса не прошло. Но я как бы тебя защищала, поэтому я им сзади поднакидывала. Силовухой, правда, я не знаю, наверное, силовуха не попала по Рексу, потому что он бы откинулся, скорее всего. Да не факт. Ну хотя... Ну вот, Сереж, видишь, ты говорил, на трайка с шантами не нападут. Вот, напали. Ну, Причем, наконец-то. Это пусть вообще. Сначала силовуху получили, а Диману убежали такие. Ну, типа, о. Хотя ногу ему сломали, могли бы продолжить бой. Но шанты они боятся, конечно, Рекс. Это прям видно в их глазах, наполненных слезами. Вот трайка им завалить, это за милое дело. Ну, если вдвоем на одного трайка, например. Ну вот, поэтому я трайка начал качать. А шанту что-то не хотят.
Потому что, наверное, если две силовухи пройдет, то Рекс откинется. Нет, там немножко больше двух силовых, по-моему. Да? Но все равно это первая битва, блин. Да, за этот тандем. А, ну за этот, да. Подожди, я же здесь Спинача убивал, по-моему, этим же трайком. Трайком? Этим? По-моему, да. А, возможно. Ты тогда... А, Стегича тогда Рексов слила тоже, да-да-да. Угу. И стала Шанту качать, а у меня трайк так и остался. Долгожитель, однако. Вообще. Знает, как с Апексом. Шанту у меня долгожитель, по-моему, первый раз у него бой случился за все время. Жалко, что ночь быстро наступила. Да. Ну и однако что, четвертый экран. Я не знаю, можно куда-нибудь сюда подняться. Я боялась, что моя силовуха по тебе попадет, хоть я и как бы на расстоянии стояла, но кто знает, какую шанку хитбокс. Привет, София. Поскорей бы Зазухичей. Ну вот только что, вот, мне одного укуса не хватило, чтобы Зазухичей можно было играть. Again on Sonic. Потому что я получил уже четвертый экран, стоял, тот Рекс упал, и этот Рекс мне еще укус сделал. Ну вот, кто пропустил убойную битву, особенно если это вы смотрите на Ютубе, можете пролистать, посмотреть. Бой. Хороший бой такой. No one's following us. Блин, у меня до сих пор четвертый экран. Мне кажется, я до утра не отхилишь даже. Попробуешь отхилиться. Так, в темноту вползаем. Да, можно, по идее, тут вот сесть. Думаешь? Ну да, что, все равно темнеет тут. Нормально. А, я ничего не вижу. Если на нас кто-то будет нападать, я сразу проиграю. Я даже не могу пройти сквозь березки. Ну, здесь нормально, на полянке сидим. Внутри берез полянка. Да, я думаю... Да. Никто не будет. Так, я пойду на 2 минутки. Ставлю паузу. Да, неплохо, неплохо. Ну, это, наверное, еще может быть Спиныча. Два Спиныча захотят с нами подраться. Потому что Спиныч неплохо так крутится вокруг трека. Прямо аж на это. Бесит. Даже. А Шанта там уже не поможет.
Потому что она по трейку будет попадать, как мне кажется. Только если за вторым спиннычем охотится. О, чуть-чуть полегче стало. Да, аспект. Хорошо было бы Зухичи. В принципе, уже очень давно за Зуха не играли прям. Уже даже и не помнится, как это. Последний раз, по-моему, на Зухичи играли, когда на Евро, на официальном серваке играли. Но там тебя везде съедят. Будь ты в воде, будь на суше, даже в воздухе. Вообще, конечно, я не играл еще за, если из травы брать, за анкилозавра. Вообще ни разу. И если из хищников, то за Альберта. За них было бы тоже интересно поиграть. Я такую интересную вещь заметила. Сейчас, подожди, у меня микрофон был отключен. Такой интересный. Ты, кстати, если что, на этом? На... На чем? На эскейпе? Я нет. Нет? Не надо. Не, ну просто на всякий. Просто я в этих елках драться не смогу точно. Да тебе особо это, силовухи раздавай, раздавай. Я по тебе могу раздать, я тебя не увижу просто. Короче, я такую интересную вещь сегодня заметила. Я же зашла Терезины на Винс и спустилась, смотрю, два спиннича подходят. И они поплыли к тому спиннычу, который был с детишками на острове. Вот. Ну, и такая не обратила внимания, иду дальше. Прошла через маленький Твинс. И вот на пляже передо мной спиннич респавнится. Ну, а я потом по реплею, короче, я хотела еще рексов тех посмотреть. Ну, типа, я перепутала или нет, что они там писали мне. А начало-то, конечно, с моего респавна. Ну, и просто интересно стало, какие имена у этих спиннычей. Ну, мало ли, вдруг это тот засранец, который там репорт на меня написал. И ты представляешь, оказывается, вот спиннич, который... Спиннич один из двух, который поплыл с другим охотиться. Вот там, я не помню, как его зовут, но как бы предположительно какой-нибудь Зен, например. Ну, хотя это не важно. Вот. То есть, ну, вот один Steam ID, одно имя. И потом я ушла, как бы они у меня пропали, но так как они плыли к тому спиннычу, я подумала, что может быть, его убили, этого чувака. И прикол в том, что когда на пляже появился опять этот же чувак на пляже, взрослым спиннычем. Я такая думаю, так, что за фигня? Чуть-чуть пораньше перемотала, а там еще, ну, охватило, ну, что было перед тем, как он просто спиннычем взрослым появился. Он подсаживает Джубика Зуха туда. И вот буквально через пару минут там появляется на этом месте, причем Джувик Зуха, это его же имя, все. Через какое-то время, вот там пару минут, появляется этот спиннич взрослый. Я такая думаю, так, он поди пошел мстить или что? Купил спиннича. Думаю, ну ладно, сейчас попробую это посмотреть по бот-командам, по характер-командам. И прикинь, его там не было.
Вообще нигде никто не покупал спиннича в это время. Никто не подсаживал из отстойника спиннича. Прикинь, как так вообще? А? Не свапал. Не свапал ничего. То есть там даже в принципе нету с таким Steam ID, ну, никаких команд никто не делал. Вообще, в принципе, на Титонике, на Дискорде Титоника. О, Дилка, слышал? Угу. Слышал еще... Дилку? Да, слышал, слышал. Карма, Дилка. Там лимит, но мы пока лимит не нарушаем, поэтому ты можешь спокойно заходить, присоединяться к нам. Ты мог бы, видишь, сейчас бегать. А, ну хотя ты бы не вырос. Но все равно майкой бегать и под жопники и рексом давать, раздавать. Блин. Ладно, пойду я отойду. Давай быстрее так. Пару минут перерыв. Сереж, ты тут? Ну, светлеет. Таймер зачем? Так, на всякий пожарный. Че, посветлело уже? Может, пойдем на полянку выйдем? Пойдем. Ну, просто...
4, 10. Слить в бою охота же. А не просто так, что тебе тот трек забежал в кустик. Укусил и все. Блин, третий экран до сих пор. А, до сих пор третий. Ну давай покушаем, да посидишь еще. Ты лучше вот сюда куда-нибудь сядь, отхилься. Ну да, я долго буду сидеть хилиться. Ну, посиди немножко, пока не сильно рассыла. Вот большой куст. Вон привет, большой. Димчер. Сервак, Титоник 1, Survival. Survival. Вот здесь садись. А то нам еще, наверное, с рексами сражаться дальше. Ну, не факт, там рексов-то уже две пати рексов распалось, хотя они могут еще объединиться. Спиннычи. Тебе лучше пока не показываться вот таким по видам. А то... Если мне придется тебя защищать, я тебя могу слить нечаянно. Садись, отдыхай. Эх. Так вот, блин, все-таки трек долго ресает. Конечно. В жизни. Жалко, что здесь нету, ну, сколько вот у тебя еще. Здоровье восстанавливать. О, второй экран. Отличненько. Я вот не знаю аспект. Я вот думаю, может быть, действительно на каком-нибудь у вас тычу в Дина поиграть. Там Дьяблика надо дорастить. А где у вас вообще на Age of Dina люди собираются? Пока сядь. Сидим по пику, налью быстренько, 20 секунд. Ты бы аспект уже бы успел бы зайти майкой, уже бы отдалкнулся. И был бы на нашим этим, нашим проводником. В битве. В плане того, что тебя бы все хотели бы съесть, а мы бы тебя защищали. Интересно, Рекс там орал на близнецах, тот, который с нами дрался. Ну что? Я что-то думаю, нам надо бы как-то все-таки нервишки пощекотать и зайти на этот... На Евро? На Official. Евро. Можно.
Там А то мы вообще... что-то, знаешь, совсем расслабились с этими серверами. Угу. Конечно, здесь, ну, если драться, то как-то, ну, все равно редкость уж Второй этап, прям. да? Да. А там тебя только увидели, все. Особенно 3 рекса или 3 гиги. Как первый экран будет, скажешь, что у меня уже воды 20%. Но я надеюсь, скоро. Я тоже Мне надеюсь, тоже скоро. Все не неинтересно знал. сидеть. Это такая интересная полосочка на спине. Видишь? Желтенькая. А, нет, вот так есть. Какая Вот так желтая. нету. Так ты у меня прорисовался. А сверху, если смотришь, такие полоски, короче, текстуры растянуты неправильно. Скин. Блин, Шанта так быстро пить хочет, уже 18%. На близнецах обычно. Не, у меня есть дьяблик там. В смысле, мне нравится. Я просто, у меня там дьяблик, мне его докачать надо. Зайти. И можно было бы дьябликами побегать. Ну, это так, в планах. Но можно было бы. О, хороший бой вообще был, мне так понравилось. Мне так понравилось, как я этим рексом накидывала. Они такие беспомощные. Но боялась, что они в тебя сольют, потому что это... Все равно они в тебя метили. Они тебя хоть укусили? Нет, ни разу. А, они все удары по мне прошлись. Да. Ничего, они крутые. Ну, я их двоих зато. Второй Рекс на тебя побежал, когда ты с первым танцевал. И он мимо меня пробегает вообще. И, короче, я сзади начинаю его напинывать. Чё, Да, в какой экран? принципе. Первый? Да ладно, пойдем. Ну да, такие небольшие остались. Это что-то типа полтора, я думаю. Экран. Можно типа делиться Дином. Но это, видишь, мне надо Steam ID, наверное, привязывать на сайте, чтоб ты со мной мог Дина поделиться. Итак, Попытка номер два. какие будут ставки, кто сейчас с нами захочет подраться? Я дойду, у меня, наверное, 0% воды будет. Я буду долго-долго-долго пить. Но ты в этот момент успеешь еще отхилиться до конца. Он перейдет. А ты говоришь, там на HFD есть какие-то бесплатные дни, когда могут одалкнуть?
там в пятницу, да, вроде. А в среду можно до сабика, до фул сабика Рекса вырастить они могут? Да, с сабиком Рексом тоже было прикольно побегать. То есть я в среду могу качнуть Рекса до сабика, и мне дадут, ну, рост дадут до фул сабика, да? Так это работает. Так, смотрим. Вот, стоишь. Ты Я стоишь. стою, потому что у меня тут кошка. Я ее пытаюсь успокоить. Она успокаивается, когда у меня на коленях сидит. Ой, а что-то близнецы. Пустые? Ну, по крайней мере, та половина точно. Дальняя. Ты ночью с Лидишан? Не знаю, или они вышли. И что, тело уже даже сожрано? Рекс. Да. Нифига себе, кто там такой голодный был? А, нет, лежит, кстати. Покинутая? Да. Тогда надо от него уходить, потому что типа нельзя же, если есть в радиусе тела, которое можно занять. Нельзя драться, охотиться. Где лежит? А, точно. Вот так вот. Моя работа. Эх. В DS-сервере на сайте. Ладно. Так, ну все, мне надо, короче, пить, жестко пить. Я пока дошел от Хиллинса почти. Вообще. Децл остался. А сколько людей там играет обычно? На Age of Dino. И там травы имеют право нападать первым, кстати говоря. Недавно был при 120 человек, ничего себе. Ну, чё это так? С какого сервера люди убегают на ваш сервер? Шанты пьет, можно Кто-то Марика сходить терроризирует. Вот зато я медленно голодаю. Ну, я, в принципе, тоже неплохо. Какие-то манящие начинаются. Я сейчас выключу. Включу. Ну то есть все-таки
Если ты трав и на тебя никто не нападает, то ты сидишь и ждешь, да, своей участи, как и везде у Альбертыча. Альберт Спиночи. еще не знает. Где эти спиночи? Шанты куда-то делись. Рекса. Просто наши взломали гипер, много возможности создать красные. Много стало. Эй, ну и что Ники красный? В чем это дает силу какую-то это? Что у тебя ник красный? Или что-то дает? Если ты не по правилам умер, иди, наверное. Ну. О, еще Альбертыч. Ой, три Альбертыч. Кошка. Так, ну что, напилась я наконец-то? Oh, yeah. Че, пойдем попутешествуем? Надо маленькое взять. Пойдем. Ну да, удобно. Ну, админы, может, добрые, пока народу было мало. Сейчас людей больше станет. И больше нарушений начнется. У них будет больше работы. Привет, Дженнибек. О, спина. Блин. О, А, он там. Альберта Чикарно догоняют. Или там сэр? А, это сэр. Альберта что, побежал им помогать? Спиной. А игра крутая. Ну, как же Что дебек там будет? сказать? Ну, я не знаю, пойдем посмотрим, что они там. Каждому свое. Но, в принципе, игра, да, прикольная. Растишь динозавра. Выходишь на полянку. И к тебе начинают приставать другие динозавры, с которыми надо подраться. Это больше как PvP, что ли, игра даже. Ну, это никак, а ПВП. Мультиплеер. Не, мультиплеер разный бывает. К спинам подраться. Ну, если он захочет подраться. Мы с ним подеремся. Но он же не дурачок. Или дурачок? Не знаю. Нет, он ушел. А карно что тут? Так, если Все. Дженнибек, тебе тематика там, допустим, динозавров нравится, о, гига. Где? Вот она справа идет. Нифига, я пропустила. Да, смотри, может, если тебе понравится игра, то она не так, в принципе, дорого стоит. 400 там рублей вроде. Но все-таки она дает
свои положительные эмоции. Особенно, когда ты идешь большим ужасным Рексом и охотишься на другую какую-нибудь большого динозавра. Ну, Дженнибек, если ты обожаешь динозавров, то в принципе тебе игра зайдет. Я думаю. Но если ты, конечно, не страшишься потратить реального времени 6 часов с чем-то, чтобы вырастить того же Т-рекса. Ну, так же, как и гиганотозавра. Ну, казахстанец. Круто, я в Казахстане родился, кстати. Ну да. Не, ну это познание игры идет уже. Тут ничего не поделаешь. Хорошо, Ленур. Хотя вот трек тоже 6 часов растится. Вот Сера бежит за ним. Вот кого это? С Альберта Мичи там дралась, что ли? Может быть. Сейчас Алик на нее нападет. Нет? Ну, понятно. Спасибо, Паш, добрый вечер. Молишься, чтобы тебя никто не встретил. Так же неинтересно. Это когда ты растишь динозавра, да, там. Думаешь, вот бы, блин, сейчас бы не прошел бы никакой Рекс там. Пойдем на этот наше любимое место. А когда ты вырос, наоборот, там же идешь, интересно с кем-нибудь встретиться, посражаться. Дим, тебе привет от Паши. Ну, Паш, тебе тоже привет. Нам пожелание удачной игры. Угу. Мы уже завалили одного Рекса. Сейчас кошку, походу, буду опять сливать в соседнюю комнату. А чё ты прям на переходе сел? А? А чё? Кто так делает-то? Чё плохого? Да, Паш, я Шанка. Если я они... уже Т-рекса завалила. Ну, как бы мы, но я набила его нормально. И в итоге вообще сухарь из воды вышел без одного удара. А чё это? Почему именно они? Почему арабы именно? Нет, Дженнибек, мы не хотим в стадо попадать. Мы хотим найти великую битву. Это как это у викингов попасть в Вальхаллу. Но чтобы попасть в Вальхаллу, нужно умереть в бою. Туман прошел. Почему аспект корабля-то? Их, по-моему, китайцы багами бьют. Китайцы любят баги во всем искать. Тем более, если они 100 пальцев играют. Ну да, там. Один спит, другой играет. Привет, Денис.
Найти великую битву на дне океана. Ой, да, это не очень великая битва. Спасибо, Паша. Правда, добыча не наша. Не поешь. Ну, а все равно. Да, к сожалению. Весело получилось. Я прям обязательно сделаю из этого хайлайт. Эх, весело, да. Я там дважды почти не погиб. Но так, если бы я погиб, я зашел бы терезинкой. Иди сюда, спиннич. Будем драться. Чё, еды нету, что ли? Есть. Я просто отсюда плохо вижу. А чё тебе день с казахстанцем? Паш, пейзаж прям как обычно, привычный твинцевский пейзаж. Да. Уже набившая оскомину. Не, Денис, ты там трофей, да, можешь правильно свистнуть почти в начале стрима. Там мы с Рексами бились. Меня почти не съели. Я говорю, чуть два раза не умер. Первый раз от того, что мы с ними воевали. А второй раз, когда я встал на бледе. И четвертом экране. Ну, нечаянно так встал. Да, мистер нечаянность. Случайность. Ну, аспект, да. Мы тоже думали. Да нет, мы не думали. Мы же этим тандемом уже сколько ходим. На нас вообще только первый раз напали. Да. За все это время. Нам надо просто отдельно. Но меня-то быстро сольют, если мы отдельно будем. На трайка, в принципе, на одинокого пойдем трайка. На большое озеро. Много кто захочет напасть. Там какой-то движ происходит. Наука нападут. Паука. Кто? Какая наука на нас нападет, Денис? Да, Паш, с динозаврами очень органично. Хотя и без них тоже неплохо было бы какой-нибудь домик вот тут вот на этом месте иметь. Вот с таким видом. Не, почему, если на нас нападут, мы будем отбиваться. Я же говорю, нам нужна трайка отправить Ишанту в Вальгалу. А туда только через бой. Через смерть в сражении. Вот мы и курсируем. Одиночки. Ох, уже опять темнеть, скоро начнет. Джунибек. Мы проводим. Почти каждый день мы стримим. О, кого-то завалили. Гигу, что ли? Гигу? Не знаю. А, реально что-то похоже. Альбертыч и Гигу завалили. Может, спиннич? А, ничего. Спиннича выгнали, что ли?
Ну, круто. Альберт, ты что завалили гига? Нет, я думаю, может быть. Хотя... Капс, капс, капс. Я не знаю, когда всегда много... О, там Терезина была. Где? Админ что-то. О, а это Акрич сползает. Че, гнездо? Ну, это Шант же гнездо. Ну, хорошо. Ой, сколько голосов. Сара опять. Ну, Денис. Не все же. Кто-то хочет просто. Ну что, дерутся, нет? Не знаю. Вдруг мы стримим раз в год. Да ладно. Шант, вот аю. My shunt is locked out just in the trees. Денис, ты как модератор чата, это уже. Профессиональный этот. Как это? Профессиональная, так скажем, ненависть к комментаторам, которые пишут, хотя это можно посмотреть спокойно, да? Самим узнать намного быстрее. Ну а Акрич же с Альбертами не будет драться. Или будут. Так, даже во многих фильмах динозавров современных модели завриков часто проработаны явно слабенько, а тут настолько детализировано изображение, снимание деталей, не стоит столько снять шляпу. Ну, хотя мы уже привыкли, мне кажется, но вот Шанта мне нравится, она действительно клево сделана. О. А вот тут Райка, о, что там, что к нам плывет? Авик. Авик? Угу. Вроде. А, Диабли. Вау, плывет. Это не тот Диабли, который с нами? Нет, пришел. Вроде тот другой раскраски был. Будем спросить Сонги, что. Не ругайтесь в моем чате. Хорош. В смысле, кто там ругается? Ну, не ругается, так. Препинание. Ну что?
концу этого дня будет у нас битва славная? Да. Или Бальгалу отправится Диаблик? Ну, вряд ли. Блин, надо бы еду где-то, наверное, поискать. 63%. Паш, это, знаешь, как говорится, имба. Я тут недавно об этом слове узнала. Это... Дима, объясни, пожалуйста, значение этого слова. Имба, имбаланс. Имба. Ну, имбаланс, то есть имбаланс игроки, которые, как сказать, сильнее всех остальных. Поэтому, да. Чтобы победить Шанту страйком, я не знаю, ну, нужно 3 рекса, наверное. А здесь только 2 разрешено. Ну, либо нужно быть суперпрофессиональным рексом. Чтобы что? 2 суперпрофессиональными рексами, чтобы, например, завалить Шанту и Драйка. А, ну да. Но все-таки здесь, видишь, они не совсем были правы, рекс. На, да. На их месте я бы сначала попробовал Шанте ногу сломать. Да. Потому что... Только ну, Шанте ногу в 30% случаев можно сломать. Ну, все равно, там, зайти сзади, попытаться все-таки накусать, там, сколько-то, куса 3 хотя бы сделать, 4. И убежать. Так, здесь потом уже. А, знаешь значение? Ну что вы устроили, Денис, с аспектом? Ладно вам уже. Помиритесь. Шутеры, где используется оружие, это слово часто. А, понятно. Я просто обычно не по шутерам, поэтому недавно узнала это значение. Ну, в общем, вот Шанта страйком это вот такая же имба. Весле. Так, мне, походу, кошку надо опять... Так, там что, Рекс? Да. Или это парни? Так, плохо видно. Не вижу. Карна. Боится. Кто боится? Карнича. Диаблик. Под тобой прячется. Надо пойти покушать. А что он тут ходит? Да он зря подо мной вообще ходит. Я вижу кустик. А, подожди, диаблики это же потаты. Потейто. Потейто, да. Надо было написать Little Potato. Да. Вот еще кустик есть, если что. Да, ладно. Сейчас дальний съедим, потом. Может, ближний. Денис, пока. И не надо у меня ругаться в чате.
Должно быть взаимоуважение. Клинику. Блин, я думал, я наелся, а он просто исчез. Стою такой. А, вот. Да не сказать, что насыщенный, Паш. Не, ну если за стрим есть хотя бы одна битва, это уже, в принципе, неплохо. Не, ну да. Так, а я наевшийся. Потому что мы вчера сколько? 5,5 часов, по-моему, стримили этими аликами. Кого мы убили? Шанту в конце. Акрыча на нас не пойдут, аспект. Там тем более один Акрыч. Там Альбертыча. Но не. Смысл? Он одну силовуху получит и погибнет. Ну, да, Паш, для травов это, конечно, прям событие грандиозное, особенно для таких. Я соглашусь, конечно. Для хищников бы скучный день был. Ой, я наелся до сих пор. Я просто что подумал? Что-то такое. А, камень, ё-моё. Я, наверное, буду сегодня закругляться. Время уже все-таки много. Сейчас? Ну, можно выйти где-нибудь в безопасном месте. Завтра можно будет пораньше стрим начать. Не знаю, может быть, по отдельности все-таки походить. Может быть, попробовать сначала аспект на Эчувдина дьябликом. Ну, правда, его дорастить надо будет. Там Альбертыч. Вообще тут из апексов никого не осталось. Кроме... А, и Спиныч, походу, вышел тоже. Всех апексов истребили, короче. Угу. Крал. Паша, у нас все предыдущие стримы вот с этой парочкой, Драйкой и Шанты, они все так и проходили. Мы просто тупо 3 часа ходили, и никто на нас не нападал. Он сам шанс от Твинс. Да, нельзя же локации подавать.